Всем привет! Сегодня мы протестируем видеокарту Radeon RX 480 с 4 гигабайтами видеопамяти на борту. Не потому что нам так сильно захотелось, а потому что под каждым видео с нашими тестами или тестами на сторонних каналах всегда найдутся те, кто напишут: надо было Radeon 470 ставить или 480. Ну вот и получите то, что хотели. Сразу скажем, видеокарта то еще дерьмище. Не надо ее сравнивать с GeForce GTX 1060. Если по FPS результаты будут плюс-минус равны, то во всем остальном, а мы настаиваем, что к выбору видеокарты надо подходить именно всесторонне, а не тупо измерять FPS, так вот во всем остальном видеокарты не дотягивают до оптимальной видеокарты от компании NVIDIA. Как вы помните, в прошлый раз, когда мы тестировали Radeon 380X, основные претензии у нас были к тому, что для записи геймплея в играх надо было немного пошаманить, а потом еще немного, и если повезет, то все получится. При том, что тестирование видеокарты от NVIDIA сводится только к установке драйвера, а далее за счет встроенного софта с ShadowPlay тупо нажимать Alt+F9, начать запись, еще раз Alt+F9, закончить и сохранить. Это очень сложно. В прошлый раз мы так и сказали, что AMD, если вы хотите конкурировать с NVIDIA, так сделайте свой софт по аналогии с ShadowPlay, будет вам счастье. И вот AMD выпускает драйвера Crimson Relief с функцией записи видео из игр. Стоит отметить, что это огромный успех. За те пару дней, что мы гоняли видеокарту, не понравилось только то, что если установить драйвера сайта AMD автоматом, то есть там есть такая функция типа автодетект, автоустановка. Так вот при таком раскладе мы не нашли функцию релив в закладках. Потыкав полчасика по просторам интернета, пытаясь разобраться, что не так, мы пришли к выводу, что, быть может, надо сделать установку не через автодетект, а самостоятельно выбрать, что у нас Radeon 480, что именно под него нам нужен свежий драйвер. И вы знаете, случилось чудо. Релив стал доступен в настройках. Сразу, к слову, у нас тоже не получилось найти, где и как сделать привычное сочетание клавиш Alt+F9. Пришлось методом тыка, но у нас это получилось. И вы знаете, релив записывает почти все игры. Записать мы не смогли только последний Doom. С Doom проблемы у нас бывали и на NVIDIA, но там все решалось тупо тем, что надо сделать запись рабочего стола и запускать игру. Тогда происходит захват. С Radeon такой номер не прошел, он записал сам рабочий стол, а когда загрузилась игра, просто черный экран. И при этом самостоятельно сменил зачем-то папку для сохранения видео. Его никто об этом не просил. И вот, к примеру, как выглядит папка с сохранением, если использовать ShadowPlay. Видите? Каждая игра лежит в своей папке. А вот что вы найдете в этой же папке, используя функцию Relief от AMD. Мелочи. То есть, подготавливая обзор, надо разобраться, а какой геймплей ты сейчас накладываешь в ролики. Опять-таки надо подумать. Софт для людей вроде как, но сделан на скорую руку. Небрежно, что ли. Считайте это вступлением, ибо мы-то знаем, что вам важен только FPS. Как вы увидите из тестов, в целом видеокарта неплоха. Играть можно во все современные игры. Но при этом из-за перегрева в таких играх, как GTA 5 или PlayerUnknown's Battlegrounds, вы поймаете жуткие фризы. И да, по крайней мере последняя игра криво оптимизирована. Теоретически можно списать фризы на это, но на самом деле виной всему перегрев карты. Кулера постоянно работают на максимальных оборотах, из-за чего сидеть рядом крайне некомфортно. Нужны как минимум наушники закрытого типа, а в идеале еще и мелкую собачку, которая своим тявканьем перебивала бы шум кулеров. Мы даже специально запустили эту же игру на GTX 1060, на ультра настройках. Таких просадок, как у Radeon, на высоких настройках у карты от NVIDIA не было. Не знаем, чем связано, но почти в каждой игре видеокарта от AMD почти всегда загружена на 100%. Видео AMD настраивает карту именно на максимальную производительность, а не на баланс между количеством FPS и рабочей температурой видеокарты. Делайте выводы сами. Мы прекрасно понимаем, что найдутся люди, для которых такие FPS недостигаемы сейчас на старом компьютере. Но при выборе в виде акселератора под новый компьютер останавливать свой выбор на Radeon 480 мы бы не рекомендовали. Ах да, сейчас посыпятся комментарии. Надо было Radeon 580 погонять в тестах. Типа она еще быстрее. Но нет, спасибо. Вас вновь AMD поимела, подсунув старую карту с поднятым напряжением и частотами. shutting the f*** Shut the fuck up. До новых встреч. Увидимся в нашей группе. Пока.